В Бухаре состоялись традиционные международные авиценовские чтения. В рамках данного мероприятия была организована конференция «Абу Али ибн Сина и цивилизация». Подписан ряд меморандумов о сотрудничестве с зарубежными научными институтами. Тему продолжит Дильфуза Хакимова. В ходе конференции особое внимание было уделено вопросам изучения и широкой пропаганды богатого наследия врача, ученого и философа Абу Али ибн Сины, внесшего несравненный вклад в развитие мировой медицины. В центре внимания были также вопросы дальнейшей активизации реформ в системе здравоохранения. В работе конференции приняли участие около 70 известных ученых, специалистов, философов, исламоведов, историков, востоковедов, музыковедов, врачей, фармацевтов из более чем 20 стран мира. Мы долгое время дружим и подписали в прошлом году соглашение по международному сотрудничеству, где мы предполагаем научные исследования, обучение врачей, обучение среднего медицинского персонала, наследию медицины ибн Сина. И рады в России быть проводниками великого ученого Узбекистана, которого имя известно во всем мире. Роль ученого в развитии науки и цивилизации, значение учения ибн Сины в современной фармации и традиционной народной медицине, важность его богатого наследия в развитии естественных и точных наук, результаты ряда исследований и их будущее значение также были в центре дискуссий. Известные эксперты из Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кореи, Кыргызстана, России, Турции поделились своими взглядами о значении наследия великого врача в развитии науки. Я очень рада вниманию, уделяемому вашим государством развитию здравоохранения, особенно медицинского образования. Преемники великого ученого, оставившего яркий след в мировой цивилизации, продолжают его путь в современных условиях. В рамках конференции мы договорились о сотрудничестве в сфере народной медицины, ознакомились с новыми научными разработками ученых и специалистов престижных медицинских центров. Подобные конференции имеют большое значение в развитии нового этапа медицинского образования. В рамках международных авиценовских чтений был подписан ряд меморандумов о сотрудничестве с зарубежными институтами. В частности, достигнуты договоренности с Турецким агентством сотрудничества и координации о первой научной экспедиции ученых Узбекистана в Турцию с целью изучения рукописей и рукописных копий трудов Абу Али ибн Сины и с Иранским фондом науки и культуры Абу Али ибн Сины о проведении первого узбекско-иранского научного форума в Самарканде в 2024 году.